Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, наша легендарная рубрика Форд Фифа, легендарный сезон, шестой выпуск, и мы продолжаем ловить икону, у нас уже и запас, и резерв заполнен только иконами, теперь нам нужно из основного состава, из стартового, убрать левого защитника, правого защитника и правого вингера. И тогда у нас все будет идеально, но пока что нам такие не выпадают, поэтому нам нужно убивать, за каждое убийство ведь мы получаем по 5 специальных игроков. Ну что же, переходим к нашим традиционным первым 5 золотым игрокам на футхеде. Первый игрок. Нет. А это, друзья, Паоло Малдини. 92 у него. Это средняя его карточка. Есть 94, еще и Prime 95. Мы ее, естественно, берем. Но только вот, пожалуй, вместо кого. Давайте попробуем фланговых игроков убрать именно этой иконой. Думаю, химия там не порушится. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, вот так вот убрали мы из стартового состава одного золотого игрока. Здесь был Телес слева, теперь у нас здесь Мальдини 92. Но, как вы видите, химия у нас не порушилась. Так что переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 32 место. Пережил 68 соперников, получаю 34 золотых игрока. Ну что ж, 34 золотых игрока, это неплохо. Начнем. Первый игрок. Нет. И последний игрок. Друзья, вот я хотел уже даже говорить, что ничего нам не выпало за это открытие. За 34 золотых игрока нам ничего не выпало. А вот именно последним игроком стал именно Зубастик Роналдо. Его 94-я версия, у него есть 96-я еще. И также есть у него еще 97-я Prime. Мы это, естественно, берем. Ну что ж, друзья, вот так вот пока что выглядит наша команда. Появился только Зубастик Роналдо. Если мы даже Волкера будем менять на другого центрального защитника икону, у нас уже падает химия, так что мы пока что оставим все как есть. Переходим ко второй игре Fortnite. Итак, занял я 39 место, пережил 61 соперника и получаю 31 золотого игрока. Ну что же, 31 золотой игрок, это тоже неплохо. Первый игрок. Нет. Ну давайте возьмем вместо Волкера, но все равно додевать некуда. Нет. Руд Ван Нистелрой, у него есть 90-я карточка. У него есть и Prime карточка. Мы его берем. Нет. Патрик Клюверт, это его средняя версия, есть еще и 91-я и 92-я Prime, мы его, естественно, берем. Нет. Кристиан Вьери, у нас есть его 90-я карточка, но у него нету Prime иконы, так что нам его уже улучшать больше некуда. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте 30 лайков, и седьмой выпуск уже выйдет очень скоро. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, до свидания.